Вот сюрприз так сюрприз. Прихожу домой, уехала из дома где-то 6 часов, а еще разговаривала с Джорджем, он был в даунтауне, то есть его вообще дома не было. Представляете, прихожу домой, а тут вот что. У меня же день рождения. Я реально вздрогнула, потому что просто человека не должно было быть дома, и его даже близко в нашем районе не было. Вот. Суити. Я не открываю. Позвонила ему сейчас поблагодарить. Он говорит, ты открывала, ты открыла? Я говорю, не-а, не открывала, не открыла. Да, I love you, Han. Вот так вот. Всем привет! С вами Катя Кларк из Канады и канал «Канадские истории оптимистки». Ребят, я начинаю новый канал, вернее, как новый. Новый – это все хорошо забытое старое, правильно? Буду стараться каждый день выпускать видео с чем-то полезным, интересным, тем более в такое нелегкое время, ковид и все такая ерунда. Буду стараться как-то немножко приукрашивать вашу жизнь. Вы же лазите по Ютубу, смотрите блогеров. Вот и я, честно говоря, смотрю их, выбираю что-то для себя интересное. У нас с Джорджем произошло много нового, много интересного. Поэтому буду вам полезна, буду стараться быть вам полезной, буду стараться быть вам интересной. Пишите в комментариях, что бы вы хотели услышать от меня, что бы вы хотели, чтобы я вам показала. Тем более у меня теперь моя машина, я свободна во времени, могу ездить, показывать вам что угодно. Я сдала на канадские права, это я запишу об этом отдельное видео. Что еще? Джордж попал в аварию в августе, в него врезались. А сейчас у нас ведется дело. Как дело? Ждем от страховой компании, когда она выплатит нам бабки какие-то. Вернее, адвокат занимается этим делом. Что еще? Ну, в общем, много чего так у нас происходит интересного. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы вы получали оповещение о новых видео. Ставьте лайки или дизлайки, потому что, может быть, пусть больше людей увидит это видео. Подписывайтесь на меня, там внизу ссылка на мой Инстаграм. Там интересные смешные посты из жизни. Будем снимать тоже видео с Джорджем. Пишите, что вам интересно. Ну вот, так сказать, такое вступление. И завтра тоже выпущу видео, что-нибудь интересненькое там будет. До встречи!